Но в этот ролик попадают вот эти креативные ребята. Спасибо вам за офигенные комментарии и лайки. Но если ты также хочешь попасть в следующий ролик, нужно всего лишь поставить лайк, подписаться на мою группу и написать креативный комментарий. А также комментарии, разбросанные по всему видео. Так что досматривай до конца, вдруг ты попал все-таки в ролик. Всем здорова, дорогие подписчики, с вами снова я, Диман, и это новенькая серия реальной жизни, которую вы очень сильно ждали. Потому что, ребята, я только что залил ролик на свой канал, и я уже просто читаю офигеть, как много комментариев. Ну, например, пишут, надо его отмудохать, ребята. Она тебе рассказывала, что она с парнем встретилась, а парень ушел с подружкой, а потом ты ее встретил. Кирилл, что, серьезно? Я этого не помню, пацаны. А что, реально это было? Так, ребят, тут еще, короче, были, конечно, сообщения, типа, так, Дима, не трогай его, ты сделаешь только хуже. Не надо его трогать. Вот, также Кеша пишет, давай продолжай кросс, потом пишет Саша, типа, ребята, оставь все так, как есть. Блин, ребят, я не знаю, комментарии реально сыпятся. Огромнейшее вам спасибо за все ваши комментарии. Я, опять же говорю, я читаю абсолютно все на ролике. Вот, и поэтому, ребята, можете писать абсолютно все комментарии, что вы думаете вообще по этому поводу и как мне вернуться обратно в свой год. Ну а сейчас, друзья, как вы понимаете, я сижу вот буквально в этом прилавке, так скажем, где делаю татухи уже около 2 часов. Жду, пока, короче, Настя, собственно, погуляет там. Ну, как вы говорите, типа, ее бросил парень, и получается, после вот этого, по идее, она должна встретиться с моим... именно, ну, Димой, который 2005 года. Пацаны, я не знаю вообще, а далеко ли она вообще тут гуляет, а? Пацаны, так... Дело в том, что я ее вообще не вижу. Тихо, пацаны, тихо, фак, фак, фак. Тихо, ребята, тихо. Я надеюсь, мне незаметно было. Так, пацаны, тихо сидим. Луна, видали? Ребят, видали это? Так, 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 так. Ё-моё. Ребят, упана. Я увидел. Вы видели? Она уехала, пацаны. Так, 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 куда она поехала? Вон, она уехала. Получается, она домой, походу, поехала, пацаны. Короче, я... По вашим советам, не стал ничего трогать. Того чувака я трогать не буду, потому что я могу абсолютно все поменять в этой вот жизни. И тогда все в будущем также изменится. А, собственно, в моем году и это все поменяется. Вот, поэтому давайте мы оставим все так, как есть. Спасибо, еще раз говорю, за ваши комментарии. Также за лайки, потому что их уже 300, ребят. Это просто капец, какая большая цифра. Вот, давайте все-таки отправимся обратно в лабораторию, потому что я уже знаю, что Настя жива. Поэтому, ребята, за это, я думаю, что стоит поставить лайкосик. Вот, ну а мы тем временем сейчас отправимся, посмотрим на разработки нашего, нашей машины времени. Надеюсь, что она уже готова, потому что, ребята, ну, в принципе, доктор обещал, что уже скоро вот-вот будет готова, и мы сможем наконец-таки вернуться обратно, и значит, мы все исправим, и Настя будет жить. То есть мы вернемся не именно в тот день, когда мы обратно прыгали в прошлое, а именно в тот день, когда совершилось вот это вот ДТП, где погибла Настя. Поэтому, ребята, я думаю, что у нас все получится, а я тем временем не буду затягивать видос, и мы отправляемся в лабораторию, чтобы, ребята, собственно, посмотреть на продвижение этого дела. Так, ребят, мы, в принципе, практически проехали уже к этой лаборатории. Я, блин, прям жду не дождусь, когда уже я совершу обратный прыжок в будущее, именно в тот год, когда я, получается, ребята... В смысле? Ребят, вы видели это? Только что, короче, Делориан уехала, а там, я так понимаю, был как раз-таки этот доктор... ну, может, конечно, я... А, ну, он, наверное, все-таки, ребята, поехал, наверное, опять за какими-то запчастями, да? А вот, ой, я думаю, никто не заметит, особо не будет ругаться, вот. То есть, вероятнее всего, он поехал за какими-то запчастями, может, чего-то опять не хватает. Поэтому, ребята, мы можем спокойно сейчас, собственно, посмотреть уже, что готово. В принципе, какая у нас теперь машина, кстати, я не говорил, она уже летает. А, я же говорил в предыдущей серии, она уже, ребята, летает, и это, собственно, не может нас не радовать. А вот, сейчас мы, короче, посмотрим вообще, что там. Может, он уже починил, собственно, именно телепорт, который совершает, собственно, прыжки во времени, и это будет супер круто. Поэтому, ребята, я очень на это надеюсь. Хотя, в принципе, он мог поехать за каким-нибудь топливом, либо же еще зачем-то, а вот. И, собственно, так, ребята. А, в смысле, подождите-ка, я не понял чего-то, а? Подождите-ка, пацаны, а где тачка? Ребят. Еще и сигнализация работает, но она, в принципе, работала всегда. Ну, а где машина? Стоп. Я не понял. Ребят, стоп. В смысле? Так, 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 так. Тут не... Тут нету машины. Где Делориан мой? Ребят, я что-то не... Он мне не... Подождите-ка. Он сейчас уехал, я его встретил по дороге. Я понял, да, он уехал куда-то. Давайте посмотрим камеры, ребят. Тут по-любому есть камеры. Давайте посмотрим, что произошло, потому что я сейчас особо ни хера не понимаю вообще. Давайте мы еще также ему позвоним. Так, вот. Вот док. Ребят, занято. Он трубку не берет.
Короче, ребята, сейчас мы смотрим по камерам, что произошло, потому что я не особо понимаю. Во-первых, одна машина уехала непонятно в каком направлении, а другой вообще нету, именно моей, на которой я совершаю прыжки. Вот, так что сейчас мы зайдем как раз-таки в компьютерную и посмотрим, короче, на именно, что произошло на камерах и сделаем выводы. Так, ребят, вот какая-то вроде бы камера есть, то бишь запись. Не знаю, хорошо ли вам видно или же нет. О, подождите-ка, пацаны. А вот чуваки, подождите-ка, ребят, вы видите? Это вот справа, получается, два каких-то левых чела забежали. Так, вот док, я так понимаю, ребята, док смотрит машины. Блин, еще камера немного вниз падает. Так, подождите-ка, ребят. А можно как-то, подождите? А, вот. А, я могу управлять ее, отлично. Так, все, супер. Так, ребят, получается, вот док, а он что-то машины... А, он что-то, походу, прописывает. Так, я понял, окей. Так. А чё это за... Чё это за децелы вообще, пацаны? Вы справа видите их, да? Я, конечно, не знаю, как хорошо передается это на камере, но я вот прямо отчетливо вижу на мониторе два каких-то чувака. Один, кстати, в какой-то красной шляпе, что ли. Вот, а чё? Подожди-ка, пацаны. Они тачку украли, пацаны. Они явно украли тачку. Ребят, твою мать. Тихо. Так, камера. Вот так вот обратно, отлично. Так, ребят. Стоп. Один, блин, жалко, не... куда он побежал, пацаны, куда он побежал? Так, ребят. Какого? Твою мать! И где мне теперь тачку искать-то? Кто это вообще мог быть, ребят? Я не знаю, конечно, если на камерах видно их лица, напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы знаете, кто эти черти, куда они могли спрятать машину, потому что, ребят... Так, они вот обратно бегут. Так, подожди, тачку. Да, тачку, ребята, взломали. Так. Ребят. Фак. Короче, есть одна хорошая новость и одна плохая. Во-первых, док, я до него дозвонился, вот, и он сказал, что есть. В общем, да, он сообщил о угоне, это плохая новость. Вот, он сказал, что есть, короче, датчик, который стоит во всех его машинах. И именно по этому датчику мы можем сейчас проверить. В принципе, вот, я его включил. Слышите, да, вот этот писк. Вот, именно когда мы будем приближаться к машине, то, собственно, этот писк будет увеличиваться и будет все супер. Поэтому, ребята, мы прямо сейчас отправляемся на поиски этой машины. Вероятнее всего, как он сказал, она в городе, потому что он помчался за ними, но он не смог их найти, но он в принципе сказал, типа, едь в город и ищи именно машину в городе, поэтому мы сейчас сразу же отправляемся в город, ребята. Он также ищет на другой Делориане, на оранжевой, а мы будем искать, ребята, машину именно на приоре, именно с этим писком, ребята. Не знаю, короче, получится у нас или нет, я очень надеюсь, что мы сможем их сейчас найти где-то поблизости, потому что, ребята, если они узнают, что это машина времени, а док сказал, что она практически готова, это просто капец, пацаны. Вы прикиньте, что может быть, если эти мудаки, которые угнали эту тачку, я так понимаю, их двое, отправятся либо в прошлое, либо же в будущее. Ребят, вы представляете, что может быть, да? Во-первых, я никогда не вернусь домой, а значит, я, ребята, просто навсегда останусь в этом годе, и именно с таким же, как я, буквально вот 2005 года, и это будет просто капец, какой лютый угар, и я даже не знаю, ребята, а прикиньте, мы встретимся. Но это не самое важное. Самое важное — это то, чтобы они, сволочи такие, просто не установили именно время и дату, и чтобы они не телепортнулись обратно, либо же куда-то в прошлое, либо же еще что-то. Короче, ребята, я уже заговариваюсь, потому что я не знаю, что происходит, но я очень надеюсь, что мы сможем найти тачку, а тем временем, ребята, вы можете нам помочь. Прямо сейчас напишите в комментариях, где может находиться эта тачка, потому что, возможно, вы же у меня умные, а я в этом уверен, вы, возможно, знаете, где местоположение, возможное, машин, точнее, машины, и, возможно, я смогу найти. Пацаны, короче, где-то в этом радиусе, я не знаю точно, но где-то, короче, в метрах 10-15 находится эта машина. Более точную информацию пока ничего не может дать этот радар. Пацаны! Док! Прости, братан, я... Пацаны, только что... Вот, куда он ехал, мудлан, а? Мне только что, короче, ребята, дверь снесли. Ладно. Нам пока не до этого, нам нужно найти машину. Я очень надеюсь, что док не особо обидится за то, что мы тачку разбили, да? Теперь уж точно ухнарь. Но была царапина одна с другой стороны, но теперь точно у нас капец по машине. Так, ребят, здесь, я так понимаю, нету машины. Я понял, так, а там? Так, ребят, в принципе, нам нужно, как я уже сказал, там вроде бы тоже я не вижу машины в том доме. Ребят, где-то, я как говорил, 10 метров именно радиус вот этого как раз-таки аппарат. О, здрасте, до свидания. Вот, то есть где-то здесь, по идее, должна быть эта машина, ребят. Так, тут нету, там нету. Вот, может быть, она где-то, ребята, здесь. Хрен знает, давайте мы, короче, сейчас проверим. Тихо, ребята, опа-на, тихо. Пацаны, опа-на, я понял. Ребят, я все понял, я нашел эту машину. Так, надо сейчас, короче, только написать смс-ку.
Меня, надеюсь, не видно, ребята? Фак, тут камер вроде бы нету. А это не может не радовать. Так, док, вот, док. Док, я нашел машину. Я сейчас попытаюсь ее угнать. Встретимся в лаборатории. Если что, мои координаты вот. Да, все, короче, пацаны, все. Я надеюсь, что сейчас я смогу это сделать, потому что, ребята, дом серьезный. Во-первых, тачку угнали, наверное, какие-то опасные типы, поэтому давайте я буду как минимум тихо себя вести. Так, ребята, тихо. Тихо, тут пока вроде бы никого. Так, отлично, камер нету. Собственно, ребята, давайте мы сейчас попробуем. Так, фак. Отлично. Ребята, так, пацаны. Все, короче, валим нахер отсюда, потому что я все-таки смог ее завести, все в порядке вроде бы. А вот, и я думаю, что теперь полный порядок. Там были, конечно, два гелика, я так понимаю, это какая-то охрана, либо же это какие-то типы, я не знаю. А, я уже показалось, ребята. Вот, либо же какие-то типы опасные. Ну, во-первых, нахрена им Делориан, это первое. Подожди. Фак! Так, пацаны. Вот. Че вам надо-то, твари? Идите нахер! Ребята, так, валим. Ай, ну нахер, вы сейчас тачку разобьете, как же прыжок. Пацаны, тихо, так, они за мной, пацаны. Это два гелика, они заметили то, что я украл тачку, пацаны. Твою мать, давайте вот так вот аккуратно, нам нужно скрыться от них. Оу, тихо, ребят, так. Я боюсь, короче, взлетать, потому что док сказал, что он не до конца допилил эту машину. Возможно, сейчас какие-то проблемы, они за мной, ребята, они просто за мной. Давайте попытаемся, короче, именно по дорогам попытаться уехать от них. Так, тихо, я вроде бы оторвался, ребята, от них. А, нет, нифига. Так, ребят, нифига подобного. А, фак. Так, ребят, пацаны, тихо. Едь давай. Так, ребят, вроде бы никого нету. Пацаны, короче, я вроде бы оторвался от них. Это какие-то вообще ложки, ей-богу. А вот, на двух геликах. Но я все-таки спрятался, как я и говорил, на парковке. Ну, тут вроде бы никого нету. И это, собственно, не может не радовать. Поэтому давайте, я не знаю, тут отстоимся, дождемся, пока они отъедут. А, вон они пролетели, ребят. Видели? Тихо. Давайте мы, короче, сейчас тут... Фак! Тихо, ребята! Фак! Вот говно же, а! Так, ребят, подождите-ка, а можно как-то туда проехать, пацаны? Да чё ж вы такие дотошные-то, а? Твари, во-первых, мою тачку угнали, козлы! А во-вторых, еще и пытайтесь меня сейчас немного поджать. Пацаны, да хер там плавал, я тебе говорю, ага! Обоссысь об стенку! Пацаны, тихо! Вау! А, пацаны... Они тачку просто разбили. Ребята, они просто разбили тачку. Ребята, я, конечно, ничего не хочу говорить, но, походу, я иначе, чем взлет, наверное, не оторвусь. Поэтому, ребят, пацаны, просто уваливаем. Вот так вот, пацаны. Просто вот так вот. Фу! Это круто, пацаны. Где они там? Где эти ушлепки, а? Вон они вроде бы остались, ребята, на полосе обычной, да? Все, ребята, мы просто валим. Просто валим, да? И просто, ребята, тихо. Аккуратно. Аккуратно, просто, ребята, аккуратно. Знаете что? Давайте мы, наверное, сейчас позвоним именно нашему, собственно, доку, сообщим всю информацию о том, что тачка разбита, о том, что просто все капец, ребята. Не знаю, во-первых, можно ли тупаться при такой вот разбитой тачке. Я не знаю, конечно, по ущербу, разбили ли они вообще двигатель, короче, для телепортации. Что вообще с телепортом? Но знаете что, я, блин, очень хочу попробовать все-таки увалить, потому что мы уже кому-то здесь насолили. Уже кто-то знает о нашем местоположении, о лаборатории. И уже кто-то просто хочет нам насолить или же просто помешать именно нашему прыжку, ребята. Я не знаю, кто это, что бы это могло быть. Я не знаю, зачем им наша машина. А еще я не знаю, ребята, смогу ли я сделать прыжок именно на данный момент в безопасности и в сохранности. И вернусь я именно в свой год, и все будет хорошо, ребята. Я этого не знаю, поэтому мы сейчас звоним доку, спрашиваем. И если он разрешит, мы делаем прыжок обратно, ребят. Короче, опять же, есть хорошая новость, есть плохая. Во-первых, опять какая-то проблема с полетом, потому что тачка стала хуже себя чувствовать в полете. И я в итоге созвонился с доком, он мне сообщил, ой, какая немягкая посадка. Он сообщил мне информацию о том, что они могли такими ударами сломать тачку. И просто, если мы сейчас сделаем прыжок, то вероятнее всего... Ну, где-то процентов 50, он будет некорректным, и просто нам будет кобзда. Поэтому, ребята, знаете что? Я ему, наверное, скину всю информацию, где мы сейчас спрятали тачку, потому что мы будем пока что здесь. А вот, в лабораторию суваться нету никакого смысла, пока мы не найдем место, где можно починить эту машину. Либо же сделать прыжок, ребята. Вот, будем пока что здесь. Поэтому, ребята, пишите в комментариях, что нам делать. Ремонтировать машину и потом делать прыжок. Либо же сейчас возвращаться в наш год и пытаться вернуть именно Настю, а точнее предотвратить ДТП. Ну, не знаю, пацаны, это очень опасно, потому что вы сами посмотрите на ущерб, ребята, все разбито, абсолютно все разбито, еще и вмятины все.
Я не знаю, достало ли двигатель или же нет, вы, в принципе, проголосуете, конечно же, ребята, об этом. Если же вы скажете, типа, телепортируйся в новый, так скажем, год, ну, именно в 2018, откуда мы, собственно, и прибыли, то я прямо сейчас отправляюсь и сделаю прыжок. Поэтому, ребята, я прочитаю только что, вот, которые будут написаны комментарии на этом ролике, прям сразу же, моментально все, вот, и сделаю, собственно, выводы и уже буду действовать по вашим желаниям. Ну, а на этом, наверное, все. Ждем дока дальше, либо тэпаемся, либо же, друзья... Либо же, друзья, ремонтируем машину. А вот, собственно, всем спасибо еще раз огромнейшее за просмотр. Обязательно, ребята, подписывайтесь на канал. Кстати, спасибо огромнейшее. Я только что прочекал на ролике, вы набрали 3000 за первый же, мать его, день, там буквально за пару часов. Просто огромнейшее человеческое спасибо. Вы у меня самые лучшие, пацаны. Спасибо огромнейшее. Обязательно приходите завтра, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить офигеннейшую серию. А вот, ну, а я с вами прощаюсь. Всем удачи и давайте на этом же ролике наберем также 3000 и все будет реально очень круто. Я надеюсь, что у нас все получится. И все будет круто, ребята. Все. Всем удачи, ребята. И всем пока. А, и, кстати, ребята, не палите меня. Вообще не пишите, где я. Потому что если бандиты меня сейчас ищут, то, мне кажется, здесь немаловероятнее меня найдут. Вот. Поэтому все, ребята, теперь точно. Пока.